Сейчас посмотрим, как Керхер будет бороться с налетом камня от воды. Вот этот малыш Керхер, это Керхер CS3. Что мы делаем? Мы сейчас подключаем его в розетку. Вот. Он нагревается. Достаточно 3 секунд, чтобы он нагрелся. И сейчас проверим, как он берет вот этот вот белый налет. Это налет камня после того, как сюда попадает вода из душа. Вот здесь есть налет тоже. Сейчас будем его убирать. И посмотрим, как с этим справится Керхер. Так, я думаю, что он уже готов к использованию. Сюда, кстати, заливается вода. Давайте, наверное, еще раз дольем сюда воды. Вот у меня есть вот такая вот леечка. Вот с помощью нее будем наливать воду. Вода заливается. Опа. Немножко вылилось. Вода заливается вот сюда вот. Все. Теперь берем ручку, смотрим, где он. Так, включен на пар. Отлично. Работает. Здесь вот есть такой курок, на который нажимать надо, чтобы пар выходил. Идем теперь в ванну. Так, давайте пробовать. Вот пар выходит. Давайте пробовать проходить. Здесь больше камня нету. С этим всем справился Керхер. Круто. На обзор самого Керхера вы сможете перейти по ссылочке, которая будет в конце этого видео. Пока-пока.